Штогодовый летний мультикультурный фестиваль «Великая Барт-рыбалка» сёлета чекает больше за 1000 гостей и аматоров туристичного отпочинку. Об этом казали на пресс-конференции у Могилевским облвыконкаме, якая по видеосувязи связала журналистов усіх районов в области. Свято по традиции пройдет на Чигиринском водосховище. У Могилевской области шерег разных фестивалей, которые ладятся у летний час, и проходят яны яскраво и цікаво. Это и рыцарский фест, и свято огурка, сена фест, арт жижель. Великая Барт-рыбалка – уникальный фестиваль, где есть и творчесть, и спорт, и бережливые отношения до природы. Выдерживаем тот же мультикультурный формат фестиваля. Будет много концертов, много живой именно музыки, причем музыки разноплановые. Мы делаем акцент на авторскую песню, но у нас будет концерт и рок-импровизация. И очень интересный готовится проект у нас в плане фолк-мюзика. Тоже группа «Гродненская папорит» делает. Как бы мы делаем новый проект «Песня нашего круга». Мы постарались, чтобы все условия, которые будут созданы, они были максимально комфортны, с пониманием того, что мероприятие проводится на берегу озера. Основное место размещения – это палаточный городок. И в соответствии с этим каждый, прибывающий сюда, должен понимать формат мероприятия и иметь соответствующую одежду и так далее. На свято приедут около 200 удельников – артистов, кухаров, ремесников, мастаков, бардов, лазинщиков, спортсменов. Приедут гости из всей Беларуси, шерегу регионов России и Прибалтики. Туристов с палатками чекают больше за 1000. Тому повялишили место под палаточный городок и для парковки автомобилей. В этом году мероприятие будет ярким, будет незабываемым по своей наполненности и насыщенности. Опять же, мы увеличили количество парковочных мест. Будут организованы дополнительные маршруты движения из Могилева, Бобруйска и Быхова, что даст возможность семьями, в первую очередь семьями, обычно это семейный такой фестиваль, добираться до места проведения мероприятия. На фестивале будет працевать 35 объектов гандлю и послуг с великим ассортиментом продукции и организуют около 1500 посадочных мест. Татьяна Сергеевич, Дионис Жавина, новини региона.